329 миллионов рублей дополнительно получит Башкортостан из федерального бюджета на реализацию проектов победителей всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. Средства позволят закончить 37 проектов, ставших победителями конкурса в 2020 году, и 136 проектов, победивших в 2021. В конкурсе участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В апреле исполняющий обязанности министра ЖКХ Республики Алан Марзаев сообщил, что на завершение благоустройства объекта в рамках федеральной программы создания комфортной городской среды требуется 317 миллионов рублей. Сумма выросла из-за изменений в экономике и отказа ряда организаций от софинансирования проектов.